Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет видео про лифт КМЗ. Синие уголочки у него как положено. А быстро у нас есть такие КМЗ, но они без синих уголочков. Тут открывается малая створка. Таким вот старичком. Оказывается, тут должен быть пассажирский лифт. Но его тут нет. Он тут не предусмотрен. Большого, мне кажется, хватает. Машинка. Кто хочет жить в таком доме, ставьте лайк. Ну, я сейчас пойду еще в соседний дом, где лифты КМЗ, но уже не с такой створкой. Не с таким освещением. Оранжевым. А белым. Лифт 2015 года. С такой пленкой. Еще остался пленка. Консьержа нету. И охраны тоже. Выходит просто. О, две кнопки тут. Я пойду сейчас в дом. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.